Всем известно, как попадают в шоу-бизнес. Это кто? Актеры. За 3 дня невозможно найти людей, в точности похожих на ваших друзей. Давайте выберем хотя бы кого-нибудь. Ты режиссер. Ты ищи. Подходите. Подходите. Так вот же они. Наши герои. И наш случай не стал исключением. Внимание, приготовились к съемке. Смотри, летчики. А папа сказал, что это дебилы. Вы сейчас никто. НЛО. Неопознанные летающие объедки. По местам. Конец мультфильму. Забирайте этих упырей в дом 2 на костер. Вам куда? Нахуй! Мы вертолет потеряли. Ну тогда вам к американцам. Чую, пахнет международным скандалом. Пойдем, ёж. Только с галлюцинациями куда-то не ходил. Я такую штуку только в кино видел. What the fuck? Она сначала пищит, а потом из вентиляции вываливается грязный потный Брюс Уиллис и всех спасает. Остается мне, что сегодня Брюс Уиллис запаздывает. Я всегда догадывался, что из-за советских психоделических мультфильмов в голове у ребенка происходят необратимые процессы. Может, есть какой-то другой способ нечестного обогащения? Ну тогда вам без разницы, как денег на встречу. Я думаю, нам жопа. Как ты думаешь, у меня если что-нибудь получится? I love you, дура. Crazy. Хочу сняться в серьезном, настоящем кино.